Будьте максимально уважительны друг к другу и к соперникам. Выходные в Щелково прошли по-спортивному. В спорткомплексе Подмосковья состоялся финал 10-го турнира по мини-футболу среди мусульманских общин Московской области. В завершающем этапе приняли участие команды из Химок, Красногорска, Ногинска, Электростали, Пушкина и Краснозаводска. Всего же изначально в соревнованиях было заявлено 24 команды. В этом году наш юбилейный 10-й турнир он приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И очень большую организационную помощь нам оказало Министерство физической культуры и спорта Московской области. Важно отметить, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и мире спортивное мероприятие прошло со строгим соблюдением санитарно-гигиенических норм. В ходе состязания каждая команда продемонстрировала красивую игру, зрелищную и эмоциональную. Сами участники турнира не являются профессиональными футболистами, но от этого их энтузиазм и рвение к победе не менее сильные, чем у настоящих спортсменов. Мы каждый год уже традиционно играем, мы не с терпением ждем, это у нас уже как традиционно получается. Да, недели два раза занимаемся, играем, у нас команда своя. В результате серии финальных игр сильнейшей командой, занявшей первое место, оказалась мусульманская община из города Электросталь. Второе и третье места заняли команды из Краснозаводска и Ногинска. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.